колёх. Туговато. Ну, как бы запасик есть, да? Да. Это тебе на заминку. Угу. Или можно 180. Ну. Очень хороший прогресс. 50 килограмм. Ну, да, неплохо. Значит, смотри, я тебе ничего не помогал, стою в этом. Угу. Ты лег, настроился, удобненько, чтобы тебе было. И вложился. Вложился. Вдоха сделаешь, и будешь добита. Давай, еще. Ну, она чуточку зашевелилась. Ну, да. Удобненько все. Ну что, как твое самочувствие? Ну, как-то сначала, а потом... Потом пошло, ну, да? Ну, ты винал. Так что берись даже поуже, тебе удобнее будет в следующий раз. Встал так удобненько, все это. И... Отлично. Все через левую ногу заходит снизу. Удобненько. Почувствуй, все удобненько тебе. Удобненько, все удобненько. Пошла, родимая. А если человек будет, то... Но не... Не расплескайся. Не злоупотребляй. Ну, да. Не-не-не-не. Не в зло употреби. Серьезненько настроился.
Сначала мышцы пошли, а потом откуда-то подключилось, что-то и вытолкнуло. Набор был сейчас опять другой. Подсобрал? Сейчас не я собирал, сейчас оно как-то закрутилось, шаром закрутилось, закрутилось, какой-то шар прозрачный образовался. Снизу фух, какой-то как вода наполнилась. Поставил, покраснело, и после этого я полез. И пошел. Начал мышцами тянуть, откуда-то оттуда фух, оно раз и пошло. Как колокольный звон прозвучал. Что трение. Да, вот такое впечатление, что где-то закусывает, и ты прешь больше, чем оно на самом деле. Не просто поднимаешь, а что-то пытаешься растянуть чего-то. Может, правда, не помазать надо ее. Когда ты тянул, я видел, а сейчас сам пру, она заеданиями вверх. Да, и... Смотри, нет. Давай мы ее разотрем. Ой, сейчас, вот сейчас меня пробило полностью. Тут только сейчас меня пробило полностью. Энергетика пошла. Ну я сейчас на пределе ее тянул, что и, ну, тем, да. И тем, что накопил. Ну, сейчас ощущение все, было. Что было. Я пытался набрать энергию в этот. Получилось, представился копчик, какая-то трубка с дырками, а из нее какие-то эти синие языки выходили. Интересно. Я не могу объяснить. Такие. Но представления мне постоянно каждый раз разные. Я тоже попробую этот вес. Ну, мне показалось, что закусило где-то. Ну да, где-то вот что-то такое, потому что я еще на саньке там обратил внимание, что что-то такое. Ну, во всяком случае, меня сейчас пробило полностью. 20 всего. Килограмм еще, в случае чего, подкинь. Запасе будет, да? Ну, как бы 520, это уже как бы хорошо, это я прибавил уже. 480. Мне тоже захотелось за полтонны уйти. 480, и как бы за 500 я ушел уже. Можно это окошко закрою? Ну как тянет, закрывай. Мне кажется, блин, почему-то. Ну ладно. Сейчас вот меня первый раз всего пробило. Вот он прямо. Все поры. Ну вот он полтонны выпил. Как ты хочешь. И сейчас у меня получилось то, что я вроде попер вверх, я потом она зациклила и пришлось дурью переть. А дурью это по-другому. Тяжело очень. Да, разные вещи. Так, я, значит, пробую, как ты. Не меня этого. Опустили чуточек, да? Ну да. Опустили на одну, ну посмотрим, как она пойдет. Мне все время желание возникает, знаешь, вот как кто-то что-то делает такое. Зайти и поставить. Манит. Подгрузить чего. А что потом думаю, елка, это же нагрузок дополнительный. Переставим, посмотрим как. Может, поудобнее даже будете, да? Не знаю. А я же попытаюсь посмотреть, чего здесь. Все-таки давайте я сделаю попытку на вот это. Все-таки то слишком низко для меня. Все равно перекур небольшой сделай. Ага. Походи чуть-чуть. Слишком низко. Слишком нельзя сразу этот тык-втык перейти. Низко так она. Да, вот это щелкнет что-то. Раз ты это раз. Отвлекается сразу. Да. Посадили майора Пронина на бочку с порохом. Осечка. Будешь заключительное дело там снять или подождешь меня? Подожду тебя. А я это делаю и даже заключить. А я, ты это сделаешь, я попробую 530. 530, да, хорошо. Тогда вот это и пробуй. Как раз будет то, что надо. Я это не два. Вот. 530, смотри, это вот набавляем. Да. Все.
Сейчас нормально. Ну да, сейчас заедание было. А трёт вот тут пили. Сейчас да. Начал настраиваться. У меня почему-то начал настраиваться позвоночник весь. Я почувствовал, как его весь позвоночник. И только после позвоночника уже крестец ушел. То есть энергетически началось там... Позвоночника снизу вверх поднялось, и потом подключился только крестец. Потом меня на прошлом пробило, на этом не, на этом легче пошло. Вот и скажи, да? Я объяснить не могу. Никак. Ну, сначала идет работа. Одно, оно что-то сделано, уже это не надо делать. Дальше что-то там доделывается. Блин, каждый раз ощущения другие при настрое. Каждый раз. Одинаковых ни разу не было. Закусила. Вот это потому он и говорил, что надо закрепить, потому что при больших весах оно ее стягивает внутрь. И, видимо, вот внутренняя стяга, вот когда подтягивает, оно появляется трение. Знаешь, что надо будет сделать? Надо будет, когда без ничего, опустить ее, приподнять, вот эти места или салом помазать. Или чем-то таким. Помазать, и оно потом сядет, и оно будет... То есть, с большим весом что получается? Оно как бы ты поднимаешь, их стягивает, станина, она прижимается. Или расширяет ее наоборот? Не, саму станину подтягивает внутрь. Не вот это вот идет, не вот это, а вот это вот, они внутрь как бы сходятся. Придавливаются друг к другу от большого веса. А, вон оно. Да, понимаешь? И даже несмотря на то, что я прикрепил, даже несмотря на это, да. Вот ё-моё. Готово. Вот смотри, Ген, видишь, я поднимаю. И вот момент, когда поднять, его надо будет помазать потом. Вон там, с той вот стороны. Именно вот здесь, вот в этом месте трёт. Он с той стороны, с этой не трёт. С этой не трёт, но только здесь трёт и всё. Надо фильм просмотреть. Гена молодец, он в фильме все веса проставил. Видел? Нет? Смотрел? Ну да, 180. На. Я не помню. Вообще не помню, сколько надо. Давай разомнись тогда, что ли. Это сейчас 140, да? 140. Давай 160. Насчет памяти тренироваться надо, бесполезно. Да. Я тебя понял. Это ж когда ремень, он их вот так сделал. Именно ремнем он их подтягивает. Угу. И так мы просто вверх поднимаем, он просто играет. А ремень он подтягивает. Почему так это? Где упирается, да? Нет, в смысле, ногами жмем. Видишь, стружка аж вот. Ногами жмем, это. Ремень не одел? Не одел. Вот, бери вот этот ремень. Я хоть тот, хоть этот. Завали эту форму, я забыл упражнение, твою мать. Думаю, стоит ему что-то не хватает. А это у нас с тобой одинаково, да? Да. С каких весов ты начинал сегодня? А, ну, в прошлый раз. Ну, я сразу 180 начинал, но у меня как это... 160 начинал. Как это тут заболело? Слышу. Ну, ладно. Как фасал поедет. Что, ну, это дальше? Сейчас оно мешать не будет. Это ремень затягивает. Ну, вас... Смажем. Смазать оно надежнее будет. Все, взмок я. Попробую, без заряда. Ага. Нормально. Ну что, 200 или больше? 220, давай. 220. Да. Сквознуло. Ну что, станок? Да.
Да, я думаю, что такое как-то в тяге это? Да, именно на ремне. А ну вот это вот и на их, вот так да. Сюда. Держит. И когда большие веса, оно прям уже чувствуется. Ну еще и помазали. Помазали, теперь пойдет как по салу. Теперь будем легко видеть. Легко. А то же. А то, ты смазал хорошо, что больше смазать не надо, да? Ну, такое, сало такое дело, оно проникнет куда надо. Я не на то вообще продукт. А потом периодически будем подмазывать по чуть-чуть. Я привык, что на заводе, когда по зимозе работал, сверлили отверстия, все салом мазали. Салом оно, резьба идет хорошо. У меня отец всю жизнь слесарем был, слесарем 6-го разряда. Он говорил, без сала нет, ни одну резьбу не нарежешь. Да. Если есть сало, мягко все проходит. Какую смазку не используй, ничего, бесполезно. Эмульсию лили. Фигня. Сало только помазать. И стружка совсем другая. Мягенькая, да, без всяких вот этих сколов. Не задиром. Ну ты что, думаешь, я зря про него вспомнил? Я сын слесаря высокого разряда. Что, будем добавлять или на этом остановимся? Еще чуть-чуть добавим. Ну, вешай сколько там. Это 220-240. Да. Ну, получится, не получится, посмотрим. Вот я на тебя уже смотрю, стало все так вот, как я там смотрю, симметричное. То есть вроде плечи ровнее, ровные. Чуть-чуть вошло, да? Да, плечи ровные, нету такого какого-то перекуса. Так мне всегда жена говорит, ко-ко-ко. Впадины нету, тоже какой-то там такой. Видно, что-то там. Ну да. И так и было. То есть у нас еще энергетический каркас. Вот если он ослабел. Если энергетический становится, физическое тело к нему подтягивается. Да. А если матрицу, его нету, да, то она тогда крылья. Матрицы как-то нету, все. А этим мы, видно, восстанавливаем матрицу. Магнитно. Но вот сегодняшнее ощущение прокачки костей внутри, я такого никогда не ощущал вообще. Нам в состоянии попасть, а куда и нам лезть. Ну, отлично. 180 и заканчиваем, да? Да. И главное, валенки как припёр хорошо. Мои валенки прям, я как въехал. Себя чувствую прям очень комфортно. Ты знаешь, я вот попытался набрать энергию, как это, а ее нету, нет. А потом вспомнишь, ты же собери вокруг. Начал вокруг собирать, и она появилась. Вокруг есть. А вокруг есть. Вокруг есть.